Мы так сегодня, вы когда уберете сегодня, это? Сегодня будем убирать. Увиденным глава остался недоволен, по крайней мере, тем, что снаружи. По всей территории детского сада груды кирпичей и прочего строительного мусора. Недоделаны несколько крылец. Генеральный директор подрядной организации «Дизайн-проект-строй», который выполняет эти работы, пообещал, что к 28 марта все будет сделано. В этом заверила главу и заведующая детским садом «Родничок» Наталья Копосова. Если потребуется, подрядчики готовы день и ночь трудиться на объекте, чтобы успеть выполнить эту работу в срок. Погодные условия не позволяют нам сейчас навести, так скажем, марафет такой, какой мы хотим, и вырастить травку. Но, тем не менее, я думаю, мы сделаем все, что от нас зависит, что мы можем. Мы приложим все усилия, чтобы было уютно, красиво и на территории, не только в здании. А вот у другого подрядчика архангельской компании Евгения Климова работа по возведению веранд практически завершена. Прокладывайте бумагу, чтобы вы там не покрасите, чтобы там внизу ничего не накапало. Практически все готово к приему ребятишек и внутри детского сада. Подрядная компания «Северный Евродом» завершила свою работу в срок. И сейчас работники дошкольного учреждения наводят в группах красоту. Расставляют мебель, развешивают шторы, раскладывают постельные принадлежности.